Медведев, Никольский, Бортников, Шойгу, ура, победа на ВК. Ну тут можно ничего не говорить. Вы сами все увидите своими очень глазами. Вас, уважаемый господин президент России, верховного главнокомандующего вооруженными силами России, перед вами избираться на пост президента России на выборы президента России 2024 года. Сегодня победа. А нет, мне что подписать уже? Мне что подписать? Спасибо. Будьте любезны, подпишите нам тоже «Легенды Стрижи», «Самые лучшие в мире». Газета фильму «Любимый президент» от Стрижей. Газета фильм «Любимый президент». Газета фильм? Газета и фильм называется «Любимый президент». Да. От героев Стрижей. Спасибо. Восхищаемся вами. Летчики пилотажной группы «Стрижи. Лучшие в мире». Витязи, Соколы, все поддержали выдвижение победы на выборах президента России 2024 года Владимира Путина. Прекрасно, восхищаемся вами. Благодарим вас. Наша Россия от природы. Прекрасно. Стрижей. Ура, победа на века. Прекрасно. Решите с вами сфотографироваться, будьте любезны. Летчики Стрижи, самые лучшие в мире, герои пилотажной группы Стрижи, самые лучшие в мире. Очень просим Владимира Путина избираться на пост президента России на выборы 2024 года. Тоже поздравьте нашего президента, пожелайте добрые слова. Спасибо, восхищаемся вами. Благодарим. Пришлите вашу руку, пожалуйста, будьте любезны. Спасибо. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Ура, ура, ура. Только что нам подписали в газете и фильму «Любимый президент». От пилотажной группы «Стрижи» поддержали пилотажные группы летчики России, самые лучшие летчики России и всей планеты. Сейчас в небе группа, пилотажная группа «Витязи». Ура! Прекрасно, очень просим Владимира Путина избираться на пост президента России на выборы президента России 2024 года. Ура, победа на века, наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Сегодня на авиакосмическом салоне в Жуковском, самом лучшем мире, самые лучшие летчики в мире, летчики пилотажных групп «Стрижей» написали нам в газете и фильму «Любимый президент» от пилотажной группы «Стрижи». Ура, победа на века, прекрасно. Сегодня все герои России, все поддержали. Госпожа Рогозина прекрасно поддержала. Руководитель авиакосмической отрасли господин Рогозин. Борисов. Мантуров. Дружеские делегации СНГ, АДКБ, летчики Казахстана, Малайзии. Делегации Соединенных Штатов Америки. Посол Соединенных Штатов Америки в России. Джо Салливан поддержал инициативу нестеров метлийских. Вот они, ура! Слава героям! Витязи России лучшие в мире! Восхищаемся вашим бессмертным подвигом! Тоже поздравьте нашего президента, пожелайте добрые слова, спасибо! Восхищаемся вашим подвигом, ура! МЧС России лучшие в мире! Ура! Герои МЧС поддержали! Наша Россия, наш президент, вас нам сила, право и честь! И было радостное чувство. Нам сегодня на авиасалоне Макс Жуковский, легендарные летчики России, авиакосмических войск, русские витязи, стрижи, соколы России подписали, автограф дали, поддержали инициативу нестеров метлийских о выдвижении на пост президента России на выборы 2024 года Владимира Владимировича Путина. В газете и фильму «Любимый президент». От пилотажных героев пилотажной группы «Стрижи, Витязи, Соколы России». Наша Россия, наш президент. Вас наша сила, право и честь. Ура, ура, ура. Великая победа России на века. России ты мессия, ярчайшая звезда. России ты всесильна во всем, везде, всегда. На небосклоне много красивых, ярких звезд. Мы гимн поем выдающейся исторической триумфальной победе на выборах президента России 2024 года
Владимира Владимировича Путина. Вот, подписали летчики наши герои. Нестеров Метлицким, газете «Любимый президент». Ура, победа на века. Наша Россия, наш президент. Вас, наша сила, право и честь. Поздравляем. Много счастья, здоровья, успехов вам желаем. Медведев, Никольсин, Бортников, Шойгу. Ура, победа на века. Наша Россия, наш президент. Наша сила. Ну тут можно ничего и не говорить. Вы сами все увидите своими очень глазами. Вас, уважаемый господин президент России, верховного главнокомандующего вооруженными силами России, перед вами избираться на пост президента России на выборы президента России 2024 года. Ура, высшие награды Путина, Мишустин, Медведев, Никольсин, Бортников, Шойгу. Ура, победа на века. Наша Россия, наш президент. Наша сила. Ну тут можно ничего и не говорить. Вы сами все увидите своими очень глазами. Вас, уважаемый господин президент России, верховного главнокомандующего вооруженными силами России, перед вами избираться на пост президента России на выборы президента России 2024 года. Наша Россия, наш президент, вас, наша сила, право и честь. И мы, Нестеров Метлицкий, со всеми героями нашей доблестной непобедимой армии, со всеми россиянами, очень просим вас, уважаемый Владимир Владимирович Путина, избираться на пост президента России на выборы президента России 2024 года. Ура! 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 Великая победа России на века! Президент Российской Федерации, верховный главнокомандующий вооруженными силами Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Прекрасно, поздравляем. Товарищи матросы и старшины, мичманы, офицеры, генералы и адмиралы, дорогие ветераны, уважаемые граждане России, поздравляю вас с Днем военно-морского флота. Прекрасно. Этот праздник грандиоз в своей строгости и красоте парадов. Он знаменует единство всех поколений защитников морских рубежей Родины. Он значим, дорог для всей России, для нашего народа, потому что доблестью военных моряков, их ратной отвагой, дерзостью первопроходцев собиралось и крепло Отечество наше. Ковались его слава и величие. Прекрасно. Мы любим и чтим наш военно-морской флот. По праву гордимся его выдающейся героической историей, именами блестящих флотоводцев и талантливых корабелов. Всеми, кто в разные эпохи храбро сражался и побеждал во имя Отечества. Прекрасно, поддерживаю. Совершал легендарные географические открытия, подарил человечеству ценнейшие знания об уникальном разнообразии, красоте нашего огромного мира. Поражают, вызывают восхищение и гордость масштаб, многогранность стратегических задач, которые всегда решал наш военный флот. Прекрасно, восхищаемся. Ему исполнится уже 325 лет. 325 лет, поздравляем! Россия в кратчайшие сроки заняла свое достойное место в числе ведущих морских держав. Прошла колоссальный путь развития от скромного Петровского ботика до мощных кораблей океанской зоны и ракетных атомных подводных крейсеров. Обрела эффективную морскую авиацию дальнего и ближнего действия. Надежные комплексы береговой обороны, новейшие гиперзвуковые высокоточные системы вооружения, не имеющие до сих пор аналогов в мире, которые мы совершенствуем постоянно и успешно. Прекрасно! Поздравляем! Сегодня у военно-морского флота России есть все необходимое для гарантированной защиты родной страны, наших национальных интересов. Мы способны обнаружить любого подводного, надводного, воздушного противника и нанести ему, если потребуется, неотвратимый удар. Прекрасно. Военно-морское присутствие России обеспечено практически во всех районах Мирового океана. И вахту в северных и южных широтах несут верные наследники морской ратной славы Отечества. Служба на флоте никогда не была легкой, но всегда одной из самых почетных и востребованных. Всем известны умелые матросы и грамотные командиры, которые служат на наших флотах. На Балтийском, Северном,
Тихоокеанском, Черноморском, на Каспийской флотилии. В том числе они составляют экипажи боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, которые пройдут сегодня в кильватерном гордом парадном строю. Прекрасно, поддерживаю. Уверен, что благодаря профессионализму, стойкости военных моряков и морских летчиков, бойцов морской пехоты и береговых частей, их верности Отечеству и российскому флоту, слава Андреевского стяга никогда не померкнет. Поздравляем. Я помню о заветах Петра Первого, которые он подробно отразил в уставе морском. Ни перед кем не спускать флаг. Флаг корабля. Не отступать и не сдавать корабль врагу. С праздником вас! Прекрасно! Да здравствует российский военно-морской флот! Прекрасно! Ура! 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 Президента России 2024 года Владимира Владимировича Путина, президента любимого всенародного. Наша Россия, наш президент. Вас наша сила, право и честь, Господь Иисус Христос и Божья Мать, и святая благодать с великую, святую, могущественной, процветающей России Владимира Владимировича Путина, Людмилы Александровны, Марии Владимировны, Екатерины Владимировны Путиным, Мишустина Михаила Владимировича, Владлены Владимировны, Александра Михайловича, Алексея Михайловича, Михаила Михайловича Мишустина, Дмитрия Анатольевича Медведева, Светланы Владимировны, Ильи Дмитриевича Медведева, Сергея Семеновича Собянина, Беглова, Колокольцева, Бортникова, Шагу, Герасима, Антонова, Коношенкова, Мурашко, Лебедева, Краснова, победа на века! Всем героям ФСБ, МВД, военно-морского флота, авиакосмических войск, самым лучшим пилотажным группам, стрижи, витязи, соколы России, авиасалон, Мак Жуковский, лучший в мире. Всем героям ФСБ, МВД и армии родной посвящаем наши песни служить очистить. Наша самолета. Россия, наша сила. Ну тут можно ничего не говорить. Вы сами все увидите своими очень глазами. Очень просим вас, уважаемый господин президента России, верховного главнокомандующего вооруженными Итак, силами России, перед Владимира вами... избираться на пост президента России на выборы президента России 2024 года. Сегодня побеждаем. Мы все очень любим нашего президента. Вова почитает поэму «Самую лучшую в мире», посвященную нашему президенту. Ну тут можно ничего не говорить. Вы сами все увидите своими глазами. На пост президента России, на выборы президента России 2024 года. Решите с вами тоже сфотографируются летчики России, самые лучшие в мире. Мы не с Рамитлицкий, очень с летчиками России, очень просим Владимира Путина избираться на пост президента России на выборы 2024 года. Просто поздравьте нашего президента, пожелайте добрых снов. Спасибо, ура, мы восхищаемся вами. Спасибо. Наша Россия, наш президент, вас наша сила, право и честь. Только что летчики России, герои России, виртуозы, легенды российские поддержали инициативу Несеров Метлицких о выдвижении на пост президента России на выборы 2024 года Владимира Владимировича Путина. Ну тут можно ничего не говорить. Вы сами все увидите своими глазами. Господина президента России, верховного главнокомандующего вооруженными силами России, перед вами избираться на пост президента России на выборы президента России 2024 года. Сегодня побеждает наша Россия, наш президент. А пресс-конференция здесь будет? Вот. А, здесь, спасибо. Вот они, наши летчики, герои России. Тоже поздравьте нашего президента, пожелайте добрые слова. Спасибо, восхищаемся вашим бессмертным подвигом. Очень просим Владимира Путина избираться на пост президента России на выборы 2024 года. Поддержали летчики России. Ура! Герои России! Прекрасно, восхищаемся вашим бессмертным подвигом. Наша Россия, наш президент. Вас наша сила, право и честь. Ура, ура, ура. Великая победа России на века. Наша Россия, наш президент. Вас наша сила, право и честь. Россия, ты мессия, ярчайшая звезда. Россия, ты мессия во всем.
все в деньге. Уважаемые посетители, мы начинаем автограф-сессию. Просим немножечко... Да, мы сейчас... Наша Россия, наш президент. После все успеете. Все правую честь. Россия и Комиссия, ярчайшая звезда. Вот они, наши герои. Легендарные летчики России, самые лучшие в мире. Сегодня прекрасные летчики России все поддержали инициативу вместе от Метлицких о выдвижении на пост президента России на выборах. Добрый день. Ну, вот, мы рады вас всех видеть. Мы начинаем нашу пресс-конференцию с группой «Первый полет». Это единственная в России профессиональная группа, выступающая на ваших самолетах. Составим чемпионы мира в России по высшему пилотажу. Также с нами сегодня Светлана Копанина, семикратная абсолютная чемпионка мира по самолетному спорту. Встречаемся с вами, благодарим вас. Германия. О, дружба Германии, России, Америка, Меркель. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями. Как прошел ваш сегодняшний полет? Условия сегодня были попроще, чем вчера. Вчера был сильный ветер, и это доставляло нам определенные трудности. Сегодня были условия идеальные, и наш полет получился более насыщенным и энергичным, так как мы обычно планируем его представить зрителям. Плохой самолет. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, есть ли у авиаторов какие-то приметы? Верите ли вы в них? И есть ли у вас ритуалы перед вылетом, какие-то талисманы? Ну, вам так сразу все тайны выдать, какие у нас талисманы, какие у нас приметы. Есть у нас, значит, у нас одна главная примета. Сразу пустили на Макс хотя бы один раз. Вот сразу, без всяких проблем. Вот если до последнего нас заставляли собирать все документы, значит, в последнюю ночь мы последние бумажки подавали, то тогда, значит, все будет хорошо. И сегодня мы... Вчерашний наш полет нам нравился. В авиации, в пилотажных группах есть такая присказка, как чайке нравился. А вот вчера это было похоже на это, а то, что было сегодня, это был действительно праздник, это был фейерверк, это было, наверное, одно из наших лучших выступлений. Даже наш молчаливый техник, который до конца Макса не произносит ни одного слова, сегодня подошел и сказал, уши сегодня были супер за все года. Прекрасно. Лучшее выступление! Ура! Ура! Летчики России в лучшем мире! Спасибо за ответ. Вы знаете, во время вашего полета все зрители машут вам с поля. Расскажите, вы видите, чувствуете поддержку зрителей? Прекрасно. Лучшее выступление! Я сажусь первый, я вот на таком большом самолетике с двумя моторчиками, один в шестиместном летаю. Моя задача завести группу на основные какие-то фигуры. Я сажусь первый. Я, конечно, вижу, да, я, конечно, смотрю, и, наверное, все мы смотрим. Во-первых, мы всегда все видим, сколько зрителей пришло. Если зрителей пришло очень много, естественно, нам это очень приятно. И реакция, те смс-ки, которые потом приходят, и вообще, когда нам комментаторы рассказывают, что когда все летали, все, когда остальные летали, все молчали, а когда вы летали, все визжали. Вот, это лучше всегда. Похвала. Летчики России самые лучшие в мире. Ура! Мы не исламитлистки, очень с летчиками России, очень просим Владимира Путина избираться. Скажите, пожалуйста, что вы можете посоветовать или пожелать всем девушкам, которые начинают свой путь в авиации? Смело иди к своей цели. И тогда все получается, и все пьедесталы тебе доступны. Поэтому с любовью к людям. Что касается моего полета сегодняшнего, я еще пока не летала, поэтому можете смотреть 15.34. Вчера во время вашего полета вы выходили в прямой эфир и передавали привет всем зрителям. Как у вас получается вообще совмещать полет, такие виражи и общение по рации? Ну, иногда прерываюсь, если кто-то слышал, потому что иногда приходится пальчик с радиостанции убирать на ручку. Но, в принципе, хватает возможности
Летчики России самые лучшие в мире. Мы не стремительские ученицы. Летчики не России очень благодарим. А можете поделиться, есть ли в вашей группе какая-то забавная история? Добрый слово. Спасибо. Ура! Мы восхищаемся вами. Наша Россия, наш президент, вас за силу, право и честь. Я бы сказал так, что без забавных историй мы никогда из полетов не возвращаемся вообще. Ну, из забавных, да нет, наверное, мы очень сильно нервничаем, когда летим на такие показы. Мы очень переживаем, как все пройдет. И мы очень счастливы, когда заканчивается все большим праздником для вас. Самое главное, самая наша лучшая история, это чтобы вам понравилось. Мы летаем для вас. И спасибо вам всем большое, что вы сюда приехали. Огромное вам спасибо. Ура! Мы не сравнительские ученики. Летчики на России очень хорошо. А давайте предоставим слово нашим зрителям. Если у вас есть вопросы, поднимайте руку. Пожалуйста, добрый стол. Спасибо. Ура! Мы восхищаемся вами. Как вы достигли таких вершин? Вы самые лучшие летчики в мире. Расскажите, пожалуйста, в чем ваш успех? Тут все летчики старой школы, в основном, кроме меня, я, наверное, самый молодой летчик. Значит, ребята наши все основные из ДСАФ, все начинали еще при Советском Союзе. К сожалению, сейчас многих этих школ нет. Но чтобы вы понимали, что сегодня к нам приходили стрижи, молодые лейтенанты. И вот те стрижи, которые вы сегодня видели, вот их результаты, которые еще не прикатили. Начинали учить стрижи, которые вы сегодня видите. Наверное, вот это вот главное достижение. И вот оттуда свет пошел. Прекрасно. Благодарим вас. Добрый день, спасибо большое за ваш полет. Скажите, пожалуйста, парашютисты свои прыжки считают, а вы свои полеты считаете? Лучше восхищаемся. Шоу в составе. Мы считаем, конечно, количество растет. Шоу авиашоу, количество авиашоу для зрителя. Что касается налетов, он, конечно, ведется с самого детства Александра Кучева. Летчики России самые лучшие. Я добавлю, когда ты налетал 100 часов, значит, ты ждешь эти первые 100 часов, появляется трехзначная цифра. Потом ты ждешь 1000, ты там юрка, 1000, ну вот 998, 1000. И после 2000 ты фактически перестаешь это считать, но летную книжку просто приходится вести, но ты уже не помнишь, что-то там 3, 4, 5. Поэтому, да, конечно, считаем и, конечно, сравниваем друг друга. И, естественно, мне даже приятно похвалиться, сколько тысяч у тебя уже часов. Прекрасно, благодарим вас. Летчики России самые лучшие в мире. Мы не сравнительские ученицы. Летчики на России очень просим подлечить, почему избираться на пост президента России. Знаете, во время вашего полета, прекрасно. Лучшее выступление. Спасибо. Ура. Восхищаемся вами. Летчики России самые лучшие в мире. Мы не сравнительские ученицы. Летчики на России очень просим подлечить, почему избираться на пост президента России. Знаете, во время вашего полета, все зрители в нашем школе. Восхищаемся вами. Расскажите, вы видели, что вы летчики России самые лучшие в мире. Мы не сравнительские ученицы. Летчиками России очень просим Владимира Путина избираться на пост президента России на выборах 2024 года. Прекрасно. Лучшее выступление. Ура! Спасибо. Ура! Мы восхищаемся вами. Прекрасно. Лучшее выступление. Ура! Летчики России самые лучшие в мире. Мы не сравнительские ученицы. Летчиками России очень просим Владимира Путина избираться на пост президента России на выборы 2024 года. Пожалуйста, наш президент. Прекрасно. Лучше всего. Ура! Восхищаемся вами. И тогда подвиги совершают наши техники, которые там за 30 секунд, за 40, а время это растягивается, превращается в часы. Но, как правило, со всеми задачами удается справиться. Поэтому на запуске ты все время ждешь лишнего, у всех все дома хорошо. Здравствуйте, нам очень нравится ваша пилотажная группа. Вот вопрос к женщинам. Каково быть женщиной-пилотом в мужском коллективе и вообще в мужской авиации, такая мужская профессия?
Спасибо. Звоню Владимиру Путину. Наша Россия великая страна, на ней силы правы. Наша Россия, наш президент, у нас силы правы. Всегда одинаково, что в воздухе, по сути, нет полов. Ты должен выполнять то, что должен выполнять лучше, важно, такого мужского. Прекрасно. Лучшее выступление! А еще я добавил. Значит, если вы бы подслушивали наш радиообмен, то вы бы услышали такие фразы. Петрова, Петровы влево. Петровый крен, Петровый разгон, Юра и Ген – это муж с женой. Прекрасно. Лучше выступление у нас. И еще, если вы послушаете наш радиообмен, вы поймете, что на большинство фигур нас заводят Юра на ведущей в группе. Вот четверку, самые красивые фигуры, самые плотные, которые сегодня делались четверкой, на эти...